Доброе-доброе утро, Вазюковки, да? Доброе утро. Лялька, ты чё это на так, на сынульку? Прям, ой, возня какая бодрая. Чё ты с ним прям, то ли ругает, то ли играет. Ну, прям вообще. Ну, а, маленькая клёпушка. Маленькая клёпушка целовает Милуська. Клёпка за клёпкой, всем желает такого вот. Доброго-доброго утречка. А ротик открывает на летучую мышь, похоже. Вампиренок такой маленький. Да? Лялька, ты что там так разбесилась? А? Развеселилась это белое зефирное чудо. Развеселилась. Да, дядька, зять, все, утро, хорошо, выспались. Эти милуются, обнимаются. Да, милота? Лялька, врёт, ты сегодня вообще... И фейка уже бесится. Вот так у нас утречко начинается, да? Бодро. Все, шейх, тебе еще одна девчонка теперь кусать будет. Да, эта девчонка маленькая забияка, маленькая кусака. И целовака. Незнятенька такая. На руки ее берешь, она сразу же целуется. А иди целоваться уметь, у тебя ушко загнулось. Лялька, а Лялька... Шкодинка ты маленькая у нас. Да, кусики ему. Кусики ему. А Викусинка у нас спокойно сидит, да? Спокойная, спокойная девочка. Скажи, я в этой вакханале участвовать не собираюсь. Я буду сидеть и отдыхать, да? Милота ты наша маленькая. Ну что? Что собаки-зароваки? Собаки-забияки. Всем доброе утро. Всем-всем наидобрейшего утречка и хорошего настроения, да? Все, вот они. Фейка еще не проснулась до конца, да? Но хвостиком всем помахала. Вот, мы всех целуем, обнимаем и самого-самого доброго утречка вам желаем.